первая остановка. Прямо в лесу мы ушли с моря, потому что ветер нас просто, он выдул все наши оставшиеся мозги. Был просто нереальный ветер, 20 метров в секунду, и он еще стал, по-моему, сильнее. Вот, а сейчас мы кушаем, отдыхаем. На сегодня у нас, на обед у нас картофельное пюре с сосисками, потом будет чай, кофе со сладким. Вот. И вечером у нас будет суп. Да, вся еда на 2 дня у нас весит килограмм 200 грамм. Учитывая то, что это 6 приемов пищи, да, по 200 грамм порция. Кажется, что довольно хорошо мы в этот раз уложились. Больше никаких консервов в жестяных банках. Никаких этих ролтонов, бомж-пакетов. Вот, это гораздо вкуснее. Мы продолжаем наше путешествие после обильного обеда или ужина. Кушали мы в 5 часов. Наша дорога пролегает по этому очень красивому, уютному лесу. И, слава богу, нет такого ветра. Идется очень легко. Мы пока преодолели именно по побережью около 7 километров только, да, этого недостаточно, потому что первый день надо пройти как минимум 20. Надеемся, что нам повезет и с дорогой, и с погодой, что мы сегодня еще хотя бы 10 пройдем. Кому-то стало жарко. 2 минуты передышка и дальше дорога. Ну, у нас темп, наверное, под 6 километров в час с палками по такой дороге, поэтому я уже взмок. Спорт. Еще поели. Спорт. Хорошо. Вот такой у нас сейчас путь. Какая-то автомобильная дорога через лес. Такое впечатление, что гуляешь по Вецати, и что сейчас встретишь каких-то людей в купальниках. Но никого не встречаешь, потому что мы в Курзумской глуши сейчас находимся. Мы очень долго шли для того, чтобы упереться в забор с желтой табличкой и перечеркнутым человечком. Ну, ничего, сейчас будем искать какие-то входные пути. Я чувствую, что лафа закончилась с хорошей дорогой. Сейчас опять надо будет утопать или во мху, или в песке. Да, вот этот забор, он все еще здесь. Да, интересно. Так, ну мы начинаем спускаться вот таким вот образом. Сейчас я буду пытаться это все заснять. Where I play.
slow down a little. Мы прошли именно по морю 20 километров. Если учитывать то, что мы еще шли из города, то это будет где-то 23, наверное. И как-то я уже устал. Сейчас у нас 9 часов. Уже 10 минут 10. И хочется как-то уже приземлиться где-то и начать строить палатку и отдыхать. Есть уже хочется. Но Кристина все еще несется вперед. И меня это немножко тревожит, ее настроение. Вот так выглядит наш лагерь. У нас прекрасное место стоянки, нам как всегда везет. Мы забрались на такой невысокий крутой берег, метров, наверное, 5-6 над уровнем моря. И нашли маленькое такое плато, довольно ровное, построили палатку. Ну и, конечно же, сейчас будем всегда ужинать и наслаждаться видом. Кристина уже этим занимается. На самом деле, она пытается заряжать телефон на вечернем солнце. Затея так себе. У нее 20%, по-моему. Я смотрю, как садится солнце. Очень сюрреалистичное ощущение. Вот я как будто смотрю на то же самое море, какое в Риге, но как будто я где-то в другом месте. В общем, пока я любовался закатом, внезапно пошел дождь. Мы занесли быстро все вещи в палатку. И вот уже были готовы попробовать новый супчик вегета. Но вот как раз вот когда вот мы на него угрохали 800 миллилитров воды, и вот он уже дымится и готовый, мы начинаем его пробовать, оказывается, что там нет ни соли, ни перца, и вообще нет ничего. В общем, вроде как суп быстрого приготовления, в пачке, мы думали, что будет вкусно, а там даже нет соли. И как-то стало очень непонятно вообще, что они имели в виду, что вот суп быстрого приготовления будут готовить дома по вкусу, добавлять соль, приправы, в общем, полный бред. И еще поступила печальная информация, что у нас есть только черный чай. Так что... Или придется пить черный чай потом с пешками бегать вокруг палатки, или придется пить воду. Мы проснулись в 10:30. Какой-то ужас. Ну, пошли спать в 10:30. Проснулись в 10:30. 11 часов. Непонятно вообще, почему так долго спали. Ну, сон был такой рваный. Все время ворочались, потому что и море шумело слишком громко. И потом... Конечно же, стало холодно в какой-то момент. Да, и у меня просто нереально болят бедра и спина. Это тоже, когда я ночью поворачивался, просто хотелось кричать от боли. Фух. Вот как я вчера и говорил, что ноги просто болели от ходьбы. И вот сегодня мое тело мне мстит. Месть его страшна.
Ну, уже опухло, все как надо. Вставать и куда-то собираться. Идти. Не знаю, сколько мы сегодня пройдем. Но надо что-то делать. Надо где-то искать воду. Ветер, кстати, гораздо тише. Море успокоилось. Все, пойдем. Кстати, вся палатка за ночь облепилась муравьями. Вот они бегают. Их очень много. Они везде. Непонятно, откуда они взялись, потому что до этого их мы вроде на муравейнике не делали палатку. У нас сейчас происходит завтрак. Мы кушаем овсяную кашу с персиками и с шоколадом. Вот так она выглядит. И чай пьем. Кристина пьет кофе. Приятного аппетита. Мы, кстати, нашли, кто виноват. Виноваты вегетарианцы, потому что это суп для веганов. И написано было без добавления соли, это мы не прочитали, к сожалению. Но все равно виноваты вегетарианцы, потому что для них такое делают. Решили по традиции в магазине взять пиво, чипсы, немножко расслабиться и отдохнуть, потанцевать самбу. Не, все хорошо. Мы сейчас вот воды еще купили по 1,5 литра каждому. Отдохнем, подкрепимся, и нам 19 километров до Павелоста. Поскольку мы не зависим от транспорта, нас ждет личный автомобиль, то я думаю, что у нас все получится. Я иду делать саундчек. Так, Кристина пойдет сделать саундчек. А я, возможно, потом сдам ноты в библиотеку. Прошли мы еще пару километров. Погода очень хорошая. На море почти что штиль. Тихие волны. Небо голубеет потихоньку. И если бы не усталость и не боль в некоторых частях тела, то было бы еще немножечко лучше. Поскольку усталость уже накапливается, тем более мы ограничены по времени. Не то чтобы совсем, чтобы мы опаздываем на автобус. Но все равно нам надо прийти самое позднее, где-то к 9 в Павелост, чтобы 12 быть в Риге. Ну вот, честно говоря, если бы это путешествие было уже в июле, я бы растянул этот маршрут на 3 дня, чтобы и покупаться, позагорать, больше пофотографировать.
сегодня немножко такая беготня. Кристина поймала рыбу. Это, по-моему, осетр, да? Это стуоры. Вот это да. Офигеть. Первое серьезное препятствие у нас на пути. Довольно такая быстрая речка. Ну, главное, что не быстрая, а глубокая. Там хорошо так, может быть, даже и по пояс. Надо ее как-то переходить. Другого варианта нету. Это уже немножко напоминает тропическое побережье какое-то. Более с такой погодой. Что-то разрушилось. Вот, и сейчас проходим мимо этого берега, который обвалился недавно. Честно говоря, ну, он не особо отличается от остальных берегов. Наверное, периодически тут что-то обваливается. Но вот об этом прямо писали в новостях, да, что прямо там все рухнуло, все пропало. Ну так не скажешь особо. У нас была последняя остановка. Нам осталось 4 километра. 4. Сейчас нам надо сделать марш-бросок до какой-то там вышки, которая виднеется вдали. И тогда маршрут будет сделан. Мы просто остановились помыть ноги в холодной воде. Она была действительно холодная. И сейчас очень такое классное ощущение. Кристина охотится за последними лучами солнца. Охотник. Я охотник хороших кадров.